А перед началом данного видео я хотела бы попросить вас подписаться на мой телеграм-канал. Потому что, возможно, к сожалению, к моему большому сожалению, мой YouTube-канал могут заблокировать, как и другие каналы русских блогеров. Поэтому мы с вами сможем увидеться тогда уж только в телеграме. Всем большой-большой тивер. Я давно не появлялась. Извините. Получились очень искренние извинения. Согласна. А за окном уже весна. Тут уже успели ввести санкции против России, благодаря которым русские блогеры теперь не могут зарабатывать на Ютубе. В том числе и я. А так как за окном весна, у меня наоборот появилось вдохновение еще больше снимать. Вот, смотрите, солнце. Оно не появлялось уже очень долгое время. На улице такое солнце, что я не могу открыть глаза. Там еще где-то Егор. Егор, да, тебе вообще видно? Я не знаю, было ли видно Егора, но там был Егор. Я наконец-то вышла на улицу. Тихо, ты, тебе должно быть не слышно. Здесь ярко светит солнце, поэтому у меня морщины появляются из-за того, что я щурюсь. Ну и вышла я, конечно, не одна. Ну все же привет. Погромче надо сказать. Привет! Когда мы стоим рядом с Егором, я выгляжу на 5, а Егор на 25. Если бы я сейчас гуляла без Егора, я бы сейчас спокойно бы ходила по тропиночке. Но Егор решил меня завести в лес. И он выглядит как маньячело. Мы не общались с ним месяц. И что? Что? И он зачем-то меня привел сюда. Я думаю, что мы пришли на пикник. Егор решил мне устроить какой-то сюрприз. Правда? Да, веточки желтые, которые не растут. Эй, Дора, готова, пойдем. Берусь. Я повалился, брат. Я получила травму. Вот, у меня почернела рука. Мы не понимаем, где мы, но мы идем вперед. Мы шли-шли, и я застряла. Застряла второй ногой и упала. Мы с Егором вышли в поле. Вот такое вот шикарное поле. Правда, теперь не знаем, как идти домой. Но пока что гуляем. Пока что нам не страшно. Вот если бы вот так вот Егора нарисовать, можно было бы картину называть «Одинокий мальчик». Пришла я, значит, домой, но по моему лицу видно, как я нагулялась, потому что щеки краснющие, на улице уже очень-очень холодно. И скоро я пойду на шашлычки. Вот сказала это слово, и прямо сейчас захотелось. И правда. Раньше я умела делать многое, но годы идут, и сейчас мы посмотрим, что произошло с моими навыками. Чувствую, как у меня подскочило давление, это значит, чувствуется старость. Я сейчас играю со своим парнем в Майнкрафт. Чем же еще можно заняться? Он издевается здесь надо мной, я жалуюсь. Рома сказал, что это я. Там зайчик, если что. Норм. Вот так вот. Это мы так проводим время на расстоянии. А еще он меня забит как дружище. Классно, да? И меня там взрывает. Ко мне лезет брат и не дает мне снимать селфи. Вот. Мам! Все, вот иди, я сказала, я выложу это. Я тебе обещаю. О, реально больно. Отойди. Я вынуждена с вами попрощаться. Я каждого из вас целую. Обнимаю. Пока-пока.